Ну что же, доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами наблюдаем за Пролигой 18 сезона, где у нас участвуют такие коллективы, как Papillon V за Radiant, и за Dire у нас будет играть команда ProDota Gaming. За микрофоном у вас работают VP Shadow и Airytale. И что же ты думаешь о пикабанах? Пока что, на самом деле, ничего особо оригинального. То есть, те же самые Луна, есть саппорты под нее на мотив Рубика, здесь же мог быть и Shadow Demon, наверняка он еще возьмется. Ну, либо Shadow Demon, либо Огромак, мне почему-то так кажется. И СК на стороне Папион. Но это, на самом деле, пока вот один герой, пока стратегии не нарисовывается, поэтому особо я ничего сказать не могу. Но мне кажется, это будет оффлейнер, а не саппорт. Ну, мне тоже так кажется. Ну и, кстати говоря, за счет этого можно агрессировать. Луна имеет маленький рейндж в начале, и какого-нибудь умника, если добрать, или просто какого-то агрессивного второго саппорта, можно будет в начале очень загонять этого персонажа и отсрочить пуш, что очень неблагоприятно сказывается на этом персонаже. Ну и Джиггернаут. Что ты думаешь против Джиггернаута, против Луны? Ну, Лиза. Как тебе сказать? На мой взгляд, это великолепный мидер. Это самое главное. И половина персонажей просто отлетает сразу от мида. Какие-нибудь инвокеры, паки, Queen of Pain, все это сразу уходит в небытие, потому как... Но они не способны будут стоять против него и нормально как-то загонять его. Есть смысл задуматься о ком-то чуть более серьезном, может даже Shadow Fiend каком-то, но... Опять же, желательно против этого персонажа кого-то в мид заставлять ходить ровно, чтобы как-то погонять. Уже смотришь, и два персонажа у Папион такие достаточно агрессивные и вынуждают команду оппонента как-то двигаться по карте. А Рубик этого делать не способен. Поэтому посмотрим, что там будет второй суппорт. К слову, ProDota-то сама закинула Shadow Demon в баны. Сами отрезали себе пути и Папионам тоже. Но они, ну, да, действительно не сильно хотели этого персонажа брать. И как ты думаешь, кто вот сейчас будет хорошо против Джиггернаута смотреться? Ну вот я же говорю, Shadow Fiend какой-нибудь, но не верю в этот пик. На самом деле, все будет зависеть от того, что хочет коллектив на самом деле реализовать. Я не очень думаю, что это будет какая-то фаст-пуш стратегия за счет того, что они Shadow Demon забанили. Да и Рубик — это персонаж далеко не фаст-пушащий. Может быть, они все-таки берут этого персонажа просто как усилить какой-то тимфайт, а в мид отправится Магнус какой-то. И это может быть очень интересно. Ну, как сказать, на самом деле, Рубик — это все-таки гибкий персонаж, в зависимости от того, что он украдет, он будет по-разному полезен, и уже есть, на самом деле, что украсть у команды Папион, и в будущем это может как-то окупиться. И с Shadow Fiend'ом вариант, видимо, в любом случае отпадает, потому что ваны сами же себе ProDota закинули Дазла, а вот без какого-либо подсейва или хорошего танка плохо смотрится Fiend'ос. Тем более со стаком, в стаке с Луной, а у Луны тоже само по себе не особо много выживаемости, особо в начальных порах. Да, поэтому я и говорю, мне больше нравится Магнус. С Джаггером он, в принципе, руками поразменивается, качнет себе импауэр и будет вообще в шоколаде. К тому же Луна под реверс полярити тоже очень неплохо заходит за счет своих голливов. Да еще и импауэр, если ей накинуть, у нее базовая атака неплохая, да и она в статы всегда тарится. Так что вот, мне очень нравится этот пик, но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что он появится, хотя и очень надеюсь. Такая вот немножко противоречие. Надежда умирает, да, последним. Но я не знаю, либо это будет какой-то мощный боевой пик, и вот, видимо, еще легионка заходит наверняка в оффлейн, вот как раз как-то оправдывается, либо это будет это боевой пик, который будет разносить первые минут 15, а потом Луна выберется из фарма и начнет сносить товара, либо вот здесь нужен мощный танк. И видим то, что с танком стратегия не оправдалась, потому что оффлейн занят теперь легионкой. Ну, такой полуэйн, полувесник. Если поставить... Крайне редко такое происходит, но происходит. Против Джиггернаута? А почему бы как нет? Как ты думаешь? Ну, как ты думаешь, будет смотреться или нет? Ну, как тебе сказать? Хилка есть, а Джорчик есть. Там, если что, первым спалом поразминается. Джаггер уже сам будет не особо хотеть атаковать. Ну, очень так странно это будет смотреться. Не знаю... Ну, в принципе, если будет агрессивный второй саппорт, который действительно может ходить и по-настоящему роумить, ну, на мотив, например, Агра. Но тогда легионка, имея шестой уровень, не сможет дуэльку сразу забрать. Нужен нюкающий саппорт. Одного Рубена мало. А Гармага, кстати, забирает ППО. Ну, под Джаггера тоже круто смотрится. Ну, и опять же, гонять ту же легионку очень надо.
много контроля у команды по пион выходит, видимо, уже два стана есть. Мне всегда это нравится. Чем больше сала и станов, тем как-то увереннее себя может чувствовать команда. Ну, да, ситуации. Не выпустить кого-нибудь из контроля, это вообще круто. Больше разочаровывает, когда команда вообще не берет ничего. И оппонент просто бегает по драке и его не остановить. Вот это грустно. Ладненько, что у нас может здесь зайти еще? Если легионка отправляется в хардлейн, то какого бы саппорта ты хотела добрать сюда? Думаю, что уже оставил. Ты говорил про нюкающего, я говорила про того, который может роумить. Мне кажется, здесь должна быть Винга, на самом деле. У нее стан одновременно и нюк, и стан сам по себе. Ну и легионке поможет. Да, действительно, очень неплохой саппорт получается. Ну и плюс, если это будет действительно какая-то начальная агрессия, то та же Луна за счет бафа Vengeful Spirit очень неплохо поднимается. Ну и опять же, за счет статов. Она будет очень много получать с этой ауры. Интересный вариант, но мне сейчас бы очень понравилось увидеть, не знаю, кого-нибудь. Queen of Pain? Это миф. Ладно, ну посмотрим, как она отстоит против Джиггернаута. За счет варда он, в принципе, будет подхиливаться постоянно, да и в качестве какого-то сейва у него есть все-таки Blade Fury. Ну, все-таки, извини, и Blade Fury, и Вард, они требуют очень много маны. Постоянно и выйдеть клинки и прочее, он не может себе позволить. Все-таки до бутылки тоже дожить надо, дофармить. Да, и бутылка спорю. Тоже не вечная. И ну, есть, конечно, святыня, но она тоже разный вариант. Но если будут саппорты помогать, то Гермак и Сенкинг. Да, он уже будет очень напрягать Квапу, я более чем уверен. То есть он выйдет там, не знаю, на первом уровне к вапе, закинет Игнайт, пару ударов сделает, пойдет на Изи Лейн, даст легионке то же самое и вернется в мид. Так что мне интересно, что квапа будет делать на первых порах. То, что Джаггеру помешать можно, не спорю. Хотя, опять же, вот купит он себе Перманс Шилд и, не знаю, Манго какой-нибудь. И реально ему на первые 3 минуты будет более чем достаточно. Но мы все свои суждения сейчас отталкиваем от того, что Джиггернаут пойдет в мид, а вот тут Аутбурдивор нарисовался, мид, вот да. И все, да. Вот и все в ноль наши предсказания ушли, поэтому ОД, ну вот против Квапы, конечно, он неплохо смотрится, по крайней мере, терпимо ему будет стоять. Но все равно, опять же, клинки, крики, у него даже хилинг-варда нету, то есть с спасением. А с другой стороны, я все вспоминаю, буквально 2 патча назад ОД стоял в изи-лейне. Да. Так что это тоже не стоит исключать. То есть, если действительно легионка отправится в харду, то ОД, в принципе, и в соло там справится. Его Гармак может тогда роумить нон-стоп, СК останется в харде, и еще один саппорт может стоять практически на любой линии. Помочь Джаггеру, помочь ОД, там, в лесах поторчать, не знаю, побегать с Сэндкингом. То есть, получается такой очень гибкий пик, в котором можно изменять позицию персонажа как хочешь. Ну да, но на самом деле эти 2 патча назад, мне кажется, было такое обожествление от Лорда Ваура, и он вообще был в каждом пике, в любой роли, куда его приткнут, а сейчас уже как-то его звезда поугасла, и с тех пор я на самом деле его ни разу не видела в Изилайне. Возможно, конечно, такой исход, но... Но с другой стороны, смотри, опять же, вот буквально патч назад, ну ладно, 2 патча назад, ОД порезали очень сильно, у него 2-й спелл теперь с очень маленького рейнджа кастуется. И как раз это сказалось. Но опять же, это все убирается с уровнем. И во-вторых, у него сейчас, опять же, вспоминаем наши любимые таланты, к которым кто-то привык, а кто-то нет. На 25 уровне плюс минута длительности Аркан Арба. Если он доходит до 25 уровня, один файт он стакает интеллект, во втором файте он просто выносит всех вперед ногами. Ну, получается то, что Прудота будет стремиться не затягивать игру, потому что такой вот у них агрессивный пик, в котором нету танков, нету потенциальных даже танков, чтобы впитывать в себя сплы противоположной команды, а вот Папион будет, наоборот, пытаться затянуть игру, чтобы дожить до этого 25-го левела, до этих талантов, это все-таки время нужно. Ну да, и поэтому стоило бы им сейчас задуматься о каком-то втором очень агрессивном саппорте, для того, чтобы СК, Огр, ну и по сути плюс один разминали всех. Джаггеру надо будет буквально минут 10 пофармить, там, не знаю, Фейзы, Яшу, может, Манту дофармить, и уже тогда можно будет куда-то двигаться. Но УД, возможно, придется пика уже дождаться. Ну и кто это может быть? Еще стан. Да. Ну, я не знаю, на самом станов, деле. Больше станов. Леон, да? 2 стана, палец. Ну, вот Леона, кстати, я очень давно не видела. Варлок. У него ультимейт со станом, так что...
Ну, это такой себе стан, честно говоря, но с другой стороны... Офигенный стан. Под Fatal Bansy, представляешь, как будет он с Сэндкингом в харде разваливаться? И туда ультимейт Outworld Devourer еще. Под Fatal Bansy. Вполне себе, мне кажется, хорошая. А герой вот как связующий во всех отношениях, то есть. И буквально, и фигурально. Но такой средней агрессивности саппорт, скорее больше помогатор. Но помощь, конечно, такому герою, как Джаггернаут, тоже не помешает. Ну да. Вот интересно будет действительно теперь, куда все пойдут. С одной стороны, Warlock действительно может подхиливать, а с другой стороны, через Fatal Bansy с Сэндкингом они могут действительно очень сильно унизить в хардлейне. И котел у нас... Ну, более как-то уверенно смотрится пику про Дота. Не то чтобы уверенно, а как-то более уверенно в своих силах, скажем так, команда. Они добирают котла, и получается действительно такой агрессивный пик, понимаешь? Вот именно нападаторы сами себя. Заливать игру можно... всех постоянно. Да, видим то, что много нуждается в мане эта команда, и котел сюда заходит как нельзя лучше. Да уж, действительно, получается очень агрессивный пик. И посмотрим, смогут ли они реализовать его, смогут ли они действительно как-то агрессивно себя вести и удержаться на таком, скажем, быстром темпе игры. Но, честно говоря, мне больше нравится пик Папион все-таки. За счет того, что он смотрится как-то чуть более собрано, и да, им надо чуть-чуть затерпеть, но опять же, сколько игр мы видели, когда просто при заходе на хайграунд обламывались, скажем так, коллективы. Казалось бы, вроде все есть, все карты на руках, но чего-то не хватает иногда. Ну и, как сказать, именно надежда на масс-файт, то, что все герои берутся с такими скиллами, которые можно использовать в драке 5 на 5, тоже часто вот такая вот идеализация, она терпит крах, именно потому что не случается такого масс-файта, забирает героев как-то по одному, там, по одному, по два умирают, и все, уже без одного-двух скиллов, нужных вот этих вот в масс-файте, этот файт не удается. Ну да, в этом плане легионка как-то поинтереснее смотрится. Ну что ж, давай тогда, наверное, потиху представлять коллективы, пока у нас пауза отжимается, надо быстро это сделать. Папион, кто у нас тут играет? Вомбер играет на Огр Магии, Висудер играет на Варлоке, Пойка на Outworld Devourer, Випувон Валкуинен играет на Сэндкинге и, господи, Хирур... Чего? Хириур Хилджа. Господи, я уже в который раз просто убиваюсь с этого ника. Играет у нас на Джаггернауте. У Продоты Гартер пойдет фармить на Луне. Инсенья будет саппортить на Рубике. Райден Визфа будет вторым саппортом на Keeper of the Light. Микей пойдет в мид на Квапе. И Исхайнун будет Легион Командером. Вот такой вот у нас пик получается на самом деле. Лайнинги как-то нарисовываются. На изи линии пока что уверенно Луна пошла у Продота, а у остальных вот сил света нас интересовали. Вот видишь, Джаггернаут действительно пошел фармить. Угу. Мне вот интересно, а чего на базу вернулся у Гармак за Фэрифайером? Интересно. Это важно. Да, дэмэдж что с руки дается, да? Да, два урона. Это, между прочим, очень важно. Вдруг этих двух урона не хватит. Сейчас будет просто бежать и колотушка. Ну, винлайс у него есть, действительно, достаточно шустрый. Цеплять может очень радостно. Колотушкой своей действительно разминать кого угодно. Ну и будем наблюдать уже. Судя по всему, за руны драйк у нас не будет. Что очень прискорбно. Я очень люблю это дело. Но особенно бессмысленные. Там, где обмениваются, с одной стороны, враги забирают чужую руну, и с другой стороны, враги тоже забирают чужую руну. А как же руну, характер вот показать? Ну да, это, конечно, показать то, что характер — это самое важное. Вот смотрю на этого гармага, прикинь, он докупит себе еще Poison Orb. И все. Да, и будет разминать. Но в планах у него тапочек, и будет просто бегать очень быстро. Ой, ну да, и что, Квапа сюда. Как тут все-таки посерьезнее будет смотреться? Вот в чем вопрос. Ну, Огр Маг-то уже подошел к своему мидеру, и Микей будет страдать. По крайней мере, подойти к крипам ему не дадут. Видишь, уже Игнайт закинулся, пытался там как-то заивейдил все-таки Игнайт и потратил, по крайней мере, чуть-чуть маны на этот блинк. Ну, очень хитро сыграл здесь. Подцепили он на Скорпа на топе, и будут его разминать. Пол ХП он практически потерял. Вынужден, естественно, отъедаться тангусами, но сложная линия, что тут поделаешь. А Огр Маг не дает покоя Микею. Еще Игнайт не успел даже закастовать его. Не так хитро получился. Ну нет, снова еще один Игнайт. Теперь уже обманывать Огр начинает, да? Ну, он-то все-таки ману просадил, а Микей, ну, немного хп потерял, но, видимо, его запулили хорошенько, еще и фаерфлайт свой есть. Хотя, видишь, как-то цепляют, а Огр Мага через 3 секунды новый Игнайт, но это не сильно поможет, я думаю. Да, ну, блин, он отошел назад. В любом случае был. Так что я да, думаю, ну что и тем более там крипы были.
Ну, посмотрим. Легионка тут вынуждена отпиваться фласочкой. Котел ей, конечно, помогает, но пока что иллюзория карбу у нее прокачана, поэтому сильно по мане она помочь не может. Ну, второй уровень будет, и под чакрой можно будет прозоатак спамить без особых проблем. Так что тоже, да, тут агрессивно достаточно получается такая дабла. И можно да, будет... вот и хорошее решение поставить именно в даблу, потому что страдать его не будет ни на топе, ни на боте. Такие вот полукерри герои получается. Все-таки нужен же фарм легионки, нужен ей опыт. А если будут мешать против тебя такие вот противные саппорты, как Варлок, например, и Джиггернаут, который может подойти и по морде дать критом. А если он еще закрутится случайно, это ж вообще неприятность. Не случайно, специально. А вот наверху-то Скорпион украл руну, и за это вроде бы должен был пострадать, но вместо этого подкапывает Рубика. Еще пару тычек вслед, уже пол-лица Рубик потерял, но он отходит к Тавру, и Скорпион победно отступает. Ну, Скорпион, в принципе, очень агрессивный персонаж. Смотри, как Огр Макс сейчас вот просто перед лицом у котла забирает руну, котел не понял, что случилось, и отошел назад. Грустно. Я думаю, что понял, что кто-то в инвизе, но... А что он с этим сделает? Не ожидал он такого поворота, у него же даже синтрей нету из-за этого. Там же вообще ничего не предвещало беды. Стану Микея, потом Игнайт, и... Там уже нельзя было так заявить. Хорошо, что это тот Огрмак, который качает стан, а не Булглаз на первых порах. Все-таки иногда вот, действительно именно стана не хватает. В этой игре его действительно бы не хватало. И Мики еще дэмэджа получает. Остался у него один танк буст, а Firefly, но уже бутылка. Достаточно скоро. Пару крипов, хотя и до этих крипов еще дожить надо. Да, ну он уже привез себе фласочку, так что отхилится и будет продолжать терпеть все это дело. А Огр у нас что там? 100 маны, скорее всего, отойдет куда-нибудь на базу, отхилится и вернется. Луна у нас потиху страдает от Скорпа. Ну, чего и следовало ожидать, наверное. Рубику очень сложно гонять в соло Скорпиона все-таки. Он с этим не очень-то и справляется. Вот мы видим очередной подкоп по Рубику, и Рубик даже вынужден просто сразу уходить. Хотя подцепил у нас на телекинез. Будет ли бим? Бим есть, а фейтболт? Не хватает дэмэджа. Слишком мало дэмэджа, видишь, вот просто не заходит по нему. Он это втанковал вполне себе спокойно, вот треть лица потерял, но у него есть фласка и еще и шрайн, который не заюзанный. Ну да, и руками его сложно разминать, Пурманшелд все-таки имеется. А у Рубика, как мы знаем, базовая атака крайне низкая. Ну видишь, Луна вкачала себе глейвы, видимо, чтобы хотя бы, забирая крипов, немного дамажить своего оппонента. Ну, видим то, что по фарму она не особо обгоняет обсидиана, который играет за силу света, и... То есть вот это угнобление от Скорпиона, оно удается, он отвлекает своих героев и создает спейс. Да, но с другой стороны, котел как-то не очень-то и планирует сюда стягиваться, поэтому... С одной стороны снизу более-менее легионка стоит, а с другой стороны страдает Луна все-таки. Ой-ой-ой, как просто дабл дэмэдж Огр набивает этого котла. Еще одна тычка, котел бы умер, но Игнайт закончился, и котел ускорился, и на своем коне ускакал вдаль. Ну да, 400 МС догони, попробуй. Ну да, все-таки. А тапок-то у обоих есть, и на 45 МС у Огра даже Виндлейс есть, и он все равно на 45 медленнее. Это ну же да, сверху, однако, отъезжает все-таки Скорп, все-таки его добили там, подцепили, и First Blood отходит Луне. Да. Не хватало ей, видишь, немного буста, и Скорпион ей помог. Очень сложился со стороны. Да, тем временем на легионку атака, да, и закрутит его тут все-таки Джиггернаут, да. Хотя Огр его все-таки добивает своей дубинкой. Интересно, что сюда все-таки наконец пришел Огр, и мы наконец увидели. А видишь, какие неудачные обстоятельства для легионки, потому что отошел котел, он только с базы пришел, и подошел Огр, и поэтому у легионки здесь, считай, не было шансов. Не стоит, ты говоришь, что не стягивается туда котел, а он не может отойти от своего оппонента, ну, своего союзника, потому что это фатально для нее. Естественно, с другой стороны, собственно, Огр-то и вынудил котла убежать, поэтому они очень грамотно воспользовались сложившейся ситуацией. Грамотная игра, тогда я бы сказала. Да. Тем временем, что у нас тут в миде планируется? Вроде как бутылку забузили к вапе или просто привезли? Нет, забузили, да. Ну и теперь уже, смотри, вот просто Луна стоит под тавером. Только что Скорп там забрал пачку крипов. Ну что ой, это такое? Ой-ой-ой, как запрыгивает на мид, цепляет от Орди Ваура, стан дается от Инсенья, Микей бьет с руки, дает ультимейт, не жалеет ультимейта, но дэмэджа все равно не хватило. На одной тычке буквально отходит обсидиан. Ага, докапал все-таки с яда. Ну так там вот. Яд только-только прилетел. Да, и Огр никак не мог спастись. Хотя при желании мог просто попробовать задонать его. Ну, отошел слишком далеко. Обсидиан, на Огр все-таки малость неповоротливый, его как-то тычкует с руки. А Микей и Инсения прилетает опять. Аутор Деваур, но
Ну, группа драки плотнее здесь не будет дальше. Несколько. Да, как-то переживем это. Да тем более Сурикоева нету. Внизу как-то уже агрессирует у нас легионка, чувствует себя увереннее, у нее уже есть дуэль, и на лоу хп там отошел. Джиггернаут похилится от спала Варлока, и там на самом деле в случае чего его бы и подзабрать могли. Но если сейчас вот как-то скрипами подловит легионка для того, чтобы прокол каунтер, тогда можно будет что-то придумать. А нету второго спала у Кипера Удалайта, чтобы заставить остановиться противника. Ну да, и тут хилочка одна, вторая, и уже как-то атаковать не очень-то и хочется. Огр агрессирует у нас в легионку, стан игнает, вот только что прилетает. Иллюзорик Арбы вроде дамажит, но только одного Варлока, и не, легионка тут должна будет сгорать. Хотя очень неплохо откидывается первым спалом и пытается вроде просто на ноги убежать. И слушай, у нее это получится. Да и котел слишком быстрый. По итогу друг друга размяли, как-то забрать ни у кого не получилось. Еще не конец. Хотя уже граната нет ультимейта, я все думала, что он на легионку напоследок запрыгнет, но нет, он раскручивается просто по ней. Легионка опять дает первый спел и хочет убежать, и у нее это действительно удается. Хотя нет, она разворачивается, это разворот чуть не стал для нее фатальным. Хилит своего союзника легионка, и вместе с котлом они отступают. Вот это вот да, игра действительно неплохо подразумели. Это иногда очень опасно. Вот Джаггер только что показал, казалось бы, два персонажа на тебя агрессируют, он просто включает Blood Fury, и уже вы вынуждены убегать. Причем реально убегать и спасаться как-то всеми мыслями и не очень способами. Но все равно хороший манс от легионки, она достаточно долго отвлекала Джиггернаута. Пока он бегал за ней, он отвлекался от фарма. А легионке все-таки не так много предметов нужно, как Джиггернауту, потому что она дает ультимейт, а остальные могут и ее союзники сделать. А с другой стороны, Джаггер вот сейчас апнет 6 уровень, и уже можно будет попробовать и самому фраг писать через умный слаж. Так, а у нас тем временем Огр отъехал в миде, Квапа все-таки запрыгнула, и Соник Вейвом добила его, а теперь на развороте будет страдать, но Огру скорее всего... Ой, Аутурлдавару не хватает дамажа. Ультимейт он не вкачал на 7 левеле. Ну, кто качает на ОД на 7 уровне? Или... Ну, может, его бы это сейчас спасло. Ну да, тут не поспоришь. Кстати говоря, у нас ДД котел разминает Варлока, но опять же нет у него монолика для того, чтобы заставить оппонента постоять на месте. Да, зря он пренебрегает. А я очень люблю яичку. Качнуть не стоило бы, мне кажется. Да. На 1-2 раза я вот очень люблю эту способность. Иногда даже на 2-3 раза можно взять для того, чтобы действительно просто играть агрессивно. Хотя, опять же, легионка, наверное, не лучший персонаж для того, чтобы играть именно через эту комбинацию. Они все же сюда стали для того, чтобы напрягать просто оппонента. Но все равно, вот когда есть уже у легионки 6-й, 7-й уже левел, ну, короче, ультимейт у нее есть, хотя бы как-то останавливать оппонентов, как-то мы видели, от легионки же убегали банально противники. Ну да, не мешало. Вот наконец дуэлька пошла, иллюзорик орб зарядить не получится, пока что еще откат, и забрать просто не получается джиггернаута. Просто не получилось. Ну теперь уже страдает легионка, ее вот даже немножко подблочили, что крипы, что котел, куда-то странно задувается у нас иллюзорик. Он не слэш, минус котел, а подцепить еще легионку можно, она правда просто атак откидывает, добивает у нас джиггернаута и получает игнать себе в спину. А вопрос, добьют ли ее? Ну, его Огр, скорее всего, добьет, если только не прокнет пару раз у нас контр. Ну вот разок прокнул, и это его спасло. По итогу живет. Да, не очень весело получилось, наверное, для легионки. Дуэльку не выиграл, котла потерял. Да, размен все равно равный получается. То есть с котла получили 150 голды сил света. И точно так же 200 голды получила легионка за смерть. Что сейчас Огр сделал? Он просто на место телепорт прожал. И отменил сразу. А наверху-то Скорпиона цепляет, и прибежал туда еще и Микей, но не особо помощь понадобилась. Хотя фраг забрать он все-таки смог. Парень на копье. Да, ему бы сейчас чего-нибудь. А что ему, кстати, стоило бы притарить сразу? Наверное, Оркет Малаволанс. Ну, видишь, он нападает идет еще и на Аутур Деваура и не стал агрессировать, хотя ультимейт есть у КВП. Хотя нет, он еще не так сильно дамажит, 290 урона, это не так много. Да, может, и не хватит. Не знаю, мне кажется, что какой-нибудь Оркет... Потом Аганим. Потому что действительно, демеджа нужно много. А Аганим делает очень маленький КД у способности. И действительно, ей можно спамить почти, ну, чуть ли не в крипов. Но с другой стороны, сразу рашить Аганим, это тоже не есть хорошо. Не сразу, а после Оркида. Ну, после Оркида, да. Там просто еще интересная ситуация. УД себе вывозят Медасик, то есть получается, что у него статы сейчас не такие уж большие будут. Вот, допустим, если бы он рашил Драгонлэнс, то есть взял бы себе сейчас
его, потом, естественно, апнул его в Hurricane Pike, он был бы куда более боевым персонажем. Но, как мы и предполагали, получается, что они будут стараться затянуть игру, и этот Мидас будет себя окупать. Но раз у нас появляется Мидас, нужно оппоненту сейчас агрессировать у него и пользоваться отсутствием статов. Лично мое мнение. Мне кажется, Мидас ему в этой игре действительно необходим, потому что пик у команды Папион очень жадный, и тут всем нужен фарм. То есть рашить будет Даггер здесь, СК, нужны слоты какие-никакие Джиггернауту, и поэтому хотя бы на первое время этот Мидас ему необходим, чтобы хоть какой-то фарм ему доставался. Ну, с другой стороны, сейчас леса будет будут оккупированы Джиггернаутом, может туда периодически скоро будет стягиваться, а линии-то свободны. Что можно, ну, а на линиях-то вон Микей стоит уже, не так спокойно себя чувствуешь. Ну, может. Против легионки тоже как-то особо спокойно на ланах не постоишь. Все-таки на ланах тебя больше видно, чем в лесу. Ты как-то ну да, тяжело с этим спорить. Да, и это захватило. Легионка у нас ультует в Огра, задувка как-то вообще не точно. Еще и спрятали в астрал легионку, так что вообще урона практически Огра не получил. Однако прилетает сюда Квапа и будут пробовать все-таки добрать этого плотного саппорта. Но его опять прячут в астрал. Да не, его сколько времени все-таки выиграл. Но зато сколько времени. Вот падает голем на голову, ультимейт от ОД просто сжигает ману, по сути, оппоненту. Не слэш в Рубика. Он, естественно, отъезжает. Ну, знаешь, как-то... Я даже не знаю, как это прокомментировать. Ну, Огр... Не знаю. Разменяли саппорта на саппорта. Рубик умер с одной стороны, и Огр голем, с другой. Голема потратили, да. Понимаешь? И голема, и ультимейт от Ворда. И все это ради Рубика. Так, зато да. Сейчас вот как-то очень... Что сейчас сделал котел? Че он полез впереди планеты всей? Так, у нас Луна просто нашла Огра и сульта забрала. Знаешь, что-то у Папиона идет совсем не так, как хотелось бы, наверное. Слишком много они всего тратят, и сейчас начинают немножко страдать от того, что ничего не осталось. Ну да, научилось мое преимущество по ценности 4000 и по опыту 2000. Тоже достаточно уверенное преимущество, но может потеряться в одной хорошей драке. Опять же, обусловлено достаточно серьезной агрессией, но единственное, что хорошо, это вот Луну пытались как-то прижать. Но опять же, она сейчас держит первое место по нетворсу. То, что там Скорб пытался, не пытался, по итогу мы видим, что не особо-то и получилось. Да, и при этом все-таки прилично отстает от нее ОД, что немаловажно. Да и вот как ты думаешь, оправдывает вот эта вот агрессивная стратегия команды ProDota? Ну, пока что оправдывает, естественно. Ну, только, конечно, неудачный ультимейт последний был у Легионки, где ее в астрал спрятали, и ничего не случилось, считай. Да предыдущий даже... тоже. Понимаешь, да, она вон 0 дэмэджа. Две дуэли и 0 дэмэджа. Да, как бы не есть хорошо. Дэмэджа. Ну, это, опять же, все будет правиться со временем. Если они будут продолжать агрессировать и как-то подлавливать оппонента, ставить вижен, то мы увидим куда больше, чем нолик, естественно. Вопрос, когда? Вот в чем. Ну смотри, там смоки от команды Сюсмы, и они собираются искать по лесам своих противников. Сейчас, возможно, УД найдут, хотя... Да УД, я скажу, что стоит, его не цепанешь. Очень близко это было. Хотя, с другой стороны, тут крипчик идет. Забавно, друг друга... Два крипчика одинаковых. Да. Правда, один из них все-таки пурч прожал, а второй нет. Было бы забавно увидеть два запурженных крипа, было бы весело. Ну ладненько, не нашли никого, по итогу будут пушить. Драгонлэнд, судя по всему, есть у Луны, да, это уж очень далеко она бьет. Доминатор, естественно. Ну и все, сейчас на руках у Луны для того, чтобы просто идти и пушить. Ну да, чем они, собственно, и занимаются. Единственное, что непривычно, так аквилки нету у Луны. Это все же дополнительные статы. Ну да ладно. 1000 золота сэкономила, будет быстрее Яша, а значит и быстрее выйдет в какие-то более серьезные статы. Тем временем на топе у нас также ответный пуш. Джиггернаут тоже... Неравный размен, я бы сказала. Ну, с другой стороны, им все-таки еще ОД цепляет здесь Микей. Ультимейт от Скорпиона, Микей здесь будет погибать. Инсейния пытался помочь, но в итоге сам огребает. И минус 2 на ровном месте от Папион. Вот так вот, потеряли мидерейс саппорта. А ты говоришь, неравный размен. Забрали тавр, забрали двоих, сейчас еще в миде тавр заберут. А оппонент забрал что? Т2 снизу. Ну, смотри, тоже тут еще фишка насчет вот Т2 на Т1 менять. Иногда тоже говорится, что вроде как размен неравный, все дела. А с другой стороны, когда вы в отстающих, скажем так, вам любое золото, скажем, в плюс. Так что, не знаю, мне все-таки кажется, что это было гораздо лучше для Папион. Так у нас подцепили непонятно кого больше, Огра или Котла.
наверное, Огра. Огра без маны остался, сейчас его всем миром будут лупить. Хотя как-то живет долго. Луна разультилась, будет забирать, по-моему, ОД, хотя он спрятал себя в астрал. Вот и первая дуэль для Легионки. Омни слэш, три удара и вообще по всем распределилось. Ну как же сейчас очень круто заходит open bounce. Рубик практически отъехал за счет него, там где-то квапа разультилась. Ну и что по итогу? У нас размен 2 в 2 пока что подцепили, также квапа умерла, ОД также отъезжает. Еще и заберут здесь скарпа. 4 в 3. Да, еще бежит легионка за Джиггернаутом. Не знаю, зачем, видимо, хочет почувствовать свою доминацию и не отпустить просто так. Хотя вот видим, даже если догонит, ну что она сделает? Вот остановился. Да. Выложил предмет. И на самом деле мы видим то, что в пользу Продоты очень сильно замес ушел, потому что они в этом файте выиграли 1000 голды против 300 голды, которые получили Папион здесь. Ну и опыта гораздо больше. Хотя, вот вроде как, ножитель в большую сторону. Если команда проигрывает, то она получает с файта больше. А у Продота было преимущество, и при этом они в 3 в 3 разменялись и гораздо больше голды получили. Там даже 4 в 3 было. 4 фрага было на пионах. А ты смотри на графике, как они интересно скакнули. Ну, что я тебе могу сказать... Интересно, почему в 0 они были, да. Ну ладно. В XP у нас, кстати говоря, они тоже поднялись и упали потом. Забавные графики. Хотя, с другой стороны, на такой минуте... Да и такое преимущество. Пару тысяч золота, пару тысяч XP. Это действительно один файт. Так что, кто его знает. Да, вот это тот пик, скажем так, который вышел в ноль, считай. Это, наверное, были те два фрага в обмен на тавр. Может быть, может быть. Сейчас графики обновятся, мы все увидим. Но пока что смотрим, что пытались Папиону немножко агрессировать. Хотя, сложно агрессировать, когда у тебя Медаса форс. Форста. Да и кто ему поможет? Скорб чуть-чуть. У того же Орлока Голема-то нету. Непонятно, чего они там планировали сделать. Пика первым предметом ОД. Как ты думаешь, уместно это или нет? Хотя с его вот тычками под арбом почему бы и нет? В любом просто случае, стандартно. Сейчас это на самом деле, да, это уже стандарт, что ты берешь пику. Ну, иногда вот Медас первым берется, а потом сразу Hurricane Pike. Статы, рейндж атаки, возможно себя подсейвить через фурставчик, почему бы и нет. Ну и держать позиционку проще. А потом уже выходить во что угодно, что душе будет ближе. Там не знаю. Видишь, какие агрессивные варды у команды Продота. Просто весь лес противника заваржен, и они ходят сами не свои. Mm-hmm. Считай, все время на виду, как на ладони. Как весь... Ну, один вардец вот этот стоит, палит основные точки перемещения. Ну, там был ну, еще второй, вот его этот... перебили буквально минуту назад. Он был там, где сейчас в центре стоит. Вражеский. Не, ну, видят они, конечно, очень много. Хотя, с другой стороны, есть чуть более стандартные варды, которые чуть больше вижена дадут. Не знаю, на том же шрайне, если бы они его установили, вард. Но, с другой стороны, сейчас смог спалили. Да. Да, поставился здесь. Не поставился. Ну, опять же, смог, спалили. Вот этот вот вард вроде не очень стандартный. Он его все-таки очень вовремя спалил. Так, ОД у нас, кстати говоря, сразу будет приобретать после Hurricane Pike Dagger. Тоже не часто я такое вижу, но с другой стороны, позиционку держать, опять же, из-под астрала пытаться выпрыгнуть куда-нибудь, спастись. Опаньки. Прочувствовали все-таки. Не зря тут в центре поставили. Да уж, спаленный смог, все-таки спалил и вард заодно. Но я думаю, что спаленный ганг все-таки подороже будет, нежели один вард, который часть времени уже отстоял. Ну и что, будет у нас попытка запушить. Луна, правда, держится как-то достаточно далеко, не хочет идти вперед. Правильно, ничего, Елисом торговать. Украл. С другой стороны, пушит как? Блудласт Рубик украл и будет его раскидывать по своим союзникам. На самом деле, вот именно при пуше, при походе на Т2 Тауэр, поспорье неплохое. Но видим то, что команда разбредается как-то по лесу. Представляешь себе Блудласт с ворованным? Вообще шикарная штука. Скорп у нас подцепил легионку, хотя они слишком ли это наглые? Его сейчас должны за это наказывать. Убегает он Джиггернаут, он как-то успеет помочь своему товарищу. И да, отступают от силы тьмы. Ну, наказать не решились. Хотя, с другой стороны, времени было много на это. У нас Джиггернаут свой замес, Яши, он бегает достаточно быстро, поэтому оперативно перекинулся. Да и Бладласт на нем. Угу. Шустрый, как не знаю кто.
Ну вот тут что-то как-то сконцентрировано у нас герои, хотя про дота все-таки отступают. Все-таки не хотят рисковать. С другой стороны, чем дольше они тянут, тем меньше у них, скажем, возможностей закончить эту игру. Джаггер боятся, вода будут видимо, луну потерять. Луна все фармит и фармит. У нее уже есть мантастайл, и она хочет себе БКБ. У нее уже треть БКБ есть, считай. Чем дольше они тянут, вот это та самая грань. 22-я минута, когда по-хорошему фаст-пуш стратегии сносить. Должны, да, уже, по сути, стороны сносить и уверенно себя чувствовать на карте. Здесь этого мы не видим. И во что это кажется... Вот просто бегают, я думала, они отойдут на Рошана, и Рошана заберут, но в итоге у нас тем дуэлька временем легион, в ОД. Да, стоит дуэльку, Бладмейл же есть, забирают ОД, и нужно отступить. Да, просто Бладмейл, это неприятно. Да, но с другой стороны, он, по-моему, Аркан Арбами не бьет в дуэльке, и поэтому много дэмэджа там не выйдет выдать. Бладмейл. Мне кажется, вполне себе можно было забрать вот эти оставшиеся Т2 тауэра, не думаю, что за них как-то сильно будут драться. У нас Папилон, а потом отойти забрать Рошана и идти на сторону. Как-то трудно будет что-то этому противопоставить. И как раз фарм там дотикает, и Скорпион очень опасно ходит. Гартер глейвами поднадал, в итоге пол лица потерял и отошел назад. Как бы еще раз они подцепили, но нет. Тем временем Вогра идет атака, но нет. Он прячется просто в Глиммеркейп и не особо парится. А наверху-то цепляет Луну, еще Джиггернал бежит, видимо, утонуть хочет, но нет, отступает. Понял, что все не просто так. Бимом откидывается луна. Главное, есть, чтобы на эклипсе осталась мана. Но с этим проблем как-то не возникает еще. Половина монопула, как минимум. Ну, под пресс за атак луна наяривает очень серьезно. Будет очень забавно понаблюдать, как она в драке это будет делать. Отжимают свой лес обратно. Папион, они перевардили всю карту везде. Просто, смотри. Да, смотришь на карту, она просто в крапинку этими вардами утыкана. Забавненько. Но насчет дефа Т2 товаров не знаю. Джаггер вроде как вот со Скорпом очень агрессивно защищают свои оставшиеся товара и не хотят Джаггер они сдавать позиции. Очень сильно по фарму от Луны отстает. Действительно, это такое преимущество, которое для команды, которая хочет затягивать игру, это просто недопустимое для них отставание. Но с другой стороны, Луна, конечно, сноуболится и сноуболится, но чем дальше, тем больше золота вот того же Джаггера, который тихой сапой будет ее догонять. Так что, ну, впрочем, она уже почти дожила до своего БКБ. Ну да. Возможно, с ним они уже пойдут. Отсюда... Хотя действительно БКБ здесь не помешает. Здесь есть куча станов, здесь есть Аутродивауэр очень неприятный со своим ультимейтом. И вот, видим, смоки от Сил Света, и хотят они пойти цепляться. А здесь рядом забайтил только Легионка. Ну да, по-моему. Смотри, если сейчас Легионка будет прыгать с дуэлью, то это она реально будет лютый байт. Ну нет, он что-то подозревает. Действительно, она решила, наоборот, по своей вове отойти. Видимо, понимает, что все не просто так, и нормальный мидер не пойдет в одиночку. Варлок спалит сейчас Легионку. С него спал смоук. А Легионка-то прыгает. И ультимейт от Луны. И ультимейт хорошо так пробивал здесь Скорпиона, но Скорпион спрятался в песке. И в итоге так вот как-то файт у нас распределился. Наверху цепанул от Руди Вауэра здесь котла. Котла убили, еще кастуется Скорпион и ультимейты. Все ультимейты, какие только можно, в Луну. И Луна теряет очень много хп, на самом деле очень долго живет. И Легион Командор забирает дэмэдж с помощью Также сейчас Папионы хорошо отыграли. Ну, с некоторой точки зрения им подвезло. Варлок должен был давать инфу, что с него спал смоук. У него вот позиция, он вот здесь стоит, с него спадает смоук. А вот тут вот стоит Скорп, с которого смоук не спадает. Не, на самом деле просто такое ощущение было, что команда не заметила, что рядом с Варлоком стоит прям впритык Легион Командера. Они пошли вперед, видимо, заметили Луну. Он за деревьями стоял. Я имею в виду про союзников. То, что союзники как будто не обратили внимания, то, что Легионка вот здесь, она тут рядом, а они пошли дальше на Луну. И в итоге Легионка оказалась сзади и переждала, пока все АОЕ спылы, скажем так, откастуются, и прыгнула с ультимейтом на Джиггернаут. И в итоге Джиггернаута так забрали. Ну, в общем, по итогу очень неплохо у них это все получилось, и Рошан практически безболезненно им достанется. Сюда, конечно, можно попробовать стянуться, но, по-моему, никто не успевает уже. Да, это уже не имеет никакого смысла. Ну да, действительно, не имело смысла идти сразу в сторону забирать, потому что еще 25 минута, еще не 80 секунд в таверне сидят противники. А у нас немножко подцепили. Тут по троим пошел подкоп от Рубика, вот этот поворот. Не очень хорошо раскинул котел, но с другой стороны, это не мешает написать бракет, получить дуэль на Скорпе и попробует добрать Чогра. Огр отъезжает. Вот так вот просветка-то есть. Да, тем временем у нас у котла уже Аганим есть. Как тебе такой поворот? Теперь можно без особых проблем идти на хэкграунд. У них хил будет на 500 видно. Поинтов.
Вот просто. Вообще вижу на полкарты. Просто не нужно уже обставляться так с вардами. Видим то, что силы тьмы не пренебрегает уже, как-то не особо расставляется. И на ХГ заходит все-таки. Больно откидываться с пики от Варди Вауэр, но на самом деле под хилом котла это ничто. И забирается Дава, сейчас просто мгновенно отвалится бараки с главами Луны, и все, это минус сторона, и ничего здесь не могут сделать силы света. Видимо, все-таки котла больше ждали, нежели каких-то артефактов, потому как действительно Аганим очень много дает им. УД очень нагло врывается, но, честно говоря, он за это пострадает. Сразу ну, уже забрали. Ты видела, с какой скоростью? Это вообще жесть. Луна разультилась, Варлок очень больно, ну что-то как-то и скорпу прилетает. Джаггер также разультился. Правда, он никого, скорее всего, этим делом не заберет. Еще и дуэльку получает себе в лицо и отъезжает, естественно. Скорп подкопал. Ну, это ГГВП. Он мимо ультимейт дал. Этот ультимейт, на самом деле, если бы он буквально на полметра дал его в сторону своих противников, то всех бы забрал. Но вот так вот. Сдается вот. Здесь команда Папион. Вот чуть-чуть им не хватило, честно говоря. Вот какого-то... Вот предыдущая драка, действительно, забрали бы они сразу легионку, драка могла бы пойти по-другому, и, может быть, эта карта пошла бы еще чуть-чуть подольше, а там, глядишь, может быть, они все-таки что-то бы и сделали. Но, опять же, Аганим на котле. Просто ну, прилетел да. Аганим, минус игра. Причем достаточно быстро для саппорта на 26-й минуте. И видим то, что с помощью Аганима очень быстро закончил вот этот агрессивный пик про дота игру. И первое очко в этом Best of 2 достается им. Смогут ли они отыграть его дальше? Ну, я думаю, что увидим это на следующей карте. А пока что уходим на небольшую паузу. И мы скоро к вам вернемся. Не переключайтесь.